Аккумулятор мощный? Прикуриватель есть? Есть? Ну, 12,2 уже. Как 12 останется, может, потом что-нибудь склеим. Да я тоже видео тебе дам потом. Только сейчас тут сходим и сниму. Тут такая чистота пропускная. Там уже не... Это не видео. Это видео. Что за танец китайских мальчиков, я не понял. Не будет прикол. Ну что, Леха, хватит меня раскачивать. А сейчас я мотор мазу, не это, не грустно. Давай тебя хорошо покачаем, солнышко. Тебя раскачать? Да я и сам. Подход! По новой! Чё? Ружьё потеряли! Ну чё, вот резали! Это велик, он коварный. Да, на чужом коне плохо их. Давай! Требую реванша! Один на один пока. Требую реванша. Он должен у тебя быть справа, а не слева. Ну что, все поняли, что делать? Делимся на пары и поехали. Давайте, господа, давай! Ничья! Повторный заезд. Пусть победит сильнейший. Вова! Вова! Музыка какая! Да! Мочи, народа! Да что вы? Юрич, будь мужиком, упади! Давай, это по бревну! Давай! Ну да, я буду кидать! Ну же, газу! Какой мотор! Висит слишком на поле! Сейчас врежетесь! Победил Греха! Ура, Греха! Спасибо. Давай, Кирилл, спасибо! Да порви ты его!
такое? Вот такие надо в корпус целиться. А ты где, Марина? Ты потерял. Понятно? Ну, да. То есть ты знаешь, что у вас одинаково равные условия были для разгона, для всего. Готовы? Слав, Слав. А линия, это если наступил на каремат, то все уже. Да. Каремат наступил, все, вылетел. Поехали. Вокруг попал. Вот они, смотри. Ну, короче, oh!
вкладыши. Не, ну вот это просто как-то... Не, я что испачкать взял? У меня тут это... Он сумел сон мой разгадать. Ой, пропадет он и говорил, он и говорил. Но я война, голова. Ой, пропадет он и ой, мне малым мало стало. Ой, мне малым мало стало. Солнце во сне приняло. Ой, мне малым мало. Ванёк, стой! Будем с этим делом вокруг костра три круга, а потом это самое. Спасибо. И немножко в сторонку держим, факелы такие, самодельные. Чтоб не капало. Пошли. Так, ладно, я пошла снимать. Аналогично. Сам как воскресный. Фоткай давай. Да ты греб, держим. Я кино снимаю. И кровью. Не говори. Кого хороним? Дереву! Олечка, иди сюда. Уйди от меня. Оль, иди от меня продать тебе. Она не хочет. Смотри, у тебя жизнь. Дай ему кровь. Сейчас милиция приедет, да? А тебе бубен и дудки, а? Ну что-нибудь, бам! Мама, я еле! А музыка где? Иди сюда. Еще нет пока, еще стоит. Еще Слава. Сейчас вот когда упадет, тогда и Рилава. Слава подходит. А родится Слава. Ну что-нибудь? А где Дудь? Вы внутрь покладите. Видрич! Аватар! Роняй вот этого парня в костер с криком: ой, помер, Горилла, завали его, девки! Ой, помер, я его завали! Толкай его в костер! Отжигай! Поджигать? Да, поджигай. А что говорить? Ой, помер, Горилла, завали его, девки! Ура! Гой Купала, поджигаем! Ложись снизу их. Разгорись сейчас быстро. Ну, прыгаем через костер. Еще подходим, прыгаем. Что перепрыгнет? Скоро наши бутылки будут. Кому сюрприз? Через это, через руки так. Хоп. Ну нет, а теперь. Лесу, где твое яйцо? Тихо. Не буду. Да положи ты его внутрь. Где внутрь положи? Что горит? И дрит. Подожди. А что надо? Все нормально. Положи внутрь, пусть горят там внутри. Сейчас разгорит. Я уже взял. А, нет, все нормально. А что, пацан не горит? Подальше его. Ваня, смотри сюда. Там подставка горит. Не вредит. А что вы играете? Ваня, удочку убрать, а? Вот это видно. Чья удочка? Есть. Ваня, сюда. Горает. Гори, ясно, чтобы не погасло. Птички на нет. Гори, ясно, чтобы не погасло.
Ну что, давайте хоровод заведем, споем что-нибудь, что все знают. Опа, ли береза стоит. Давайте. Лесу родилась, тёлочка. Не курочка. Опа, ли курявая стояла, пилюли стояла. Присоединяйтесь. Никому кудряву заломать, люли заломать, люли заломать. Я пойду, пойду погуляю, я пойду, пойду погуляю. Люли, люли заломаю, люли, люли, люли заломаю. Ой, горит, горит. Ой, то не вечер, то не вечер. Ой, малый, малый, малый. Прыгайте! Уже можно! Черную шапку! Ой, с моей губы! Их много! Ой, тебе мешают! Вы что, слов не знаете? Коня, коня давай! Только верить! Давайте, а кто ж кинет за любого? Что, кто будет пожариться? Ах, горячо, хорошо! Пойдем с конем, полой конем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Никого не видать, только мы с
Где костер надо, через костер поливать, иначе не... Гомер Симпсон. Ну ладно. Ну, можно шатурить. А прыгали уже там, ну, нормально? Да, да, там проверено все. Ура, сейчас буду прыгать. Я буду прыгать. А то сейчас первый прыгнет. Прям сам делал. Дорогу Митричу! Руки, руки, аккуратно.
переверни другой день, не горящая сторона. Сань, ну посвети, я не вижу ничего. Трасса. Ты сколько? Ну всё, попала! Ой, Ярима, рупали! Обжег! Утка с апельсинами. А что это? Хорошо, да, домашняя обычная. Сливай! Я купаться хочу еще потом. А нет, смываться. Хорошо. Вова, ты слив. Ты прикольную тут тусовку закинул. Ну так, как... Кто не поехал, тот... А следующая тусовка будет по новому стилю, 7-8. Теперь по новому стилю будем праздновать Ивана Купалу, да? Как-то, Андрюх, спонтанно все. Кто не поехал, несмотря на то, что год готовились, все получилось как-то так. Спонтанно, скомканно. Ну, на ту сторону перейду. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Быстро она вернулась. Я схватить, но я не хочу победы любой ценой. Я не хочу никому ставить ногу на руку. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Рук по крови на рукаве мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Дю-дю, ну да. Не, не знаю, не надо. Дю-дю-дю. Ну у него ж не электрическая гитара, а акустическая. Да. Суть в том, что если поговорить о политике, чего бы не хотелось, то я тоже... Давайте не будем о политике говорить сегодня, а? Пожалуйста. Давайте. Давайте, правда, не комиссар пришел, отрезал коня и ушел. Эй, какой отрезал жену в сене. Спасся сосед, а другая гусня. Что небо будет свободным от туч, если взойдет звезда Аделаида. Я помню движение. Прикосновение рука. Я слышу сердце.
Время стирает все. Я слышал стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла. Ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он разбудит меня. Если взойдет звезда, Делаида,